Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Черный Металл, и сегодня мы идем устраивать шурум-бурум, опробовать новую винтовочку, не знаю, лук будем пробовать или нет, но мне нужно мясо, мне нужна кожа, да мне все нужно, блин, у меня все кончилось, сейчас как назло ни одного животного не было, да, дайте угадаю, что мы найдем, о, я уже вижу первого кандидата на то, Ищенька, здравствуйте. Сейчас я подпрыгнула. Так, готова кисточка. Неплохая винтовочка. 30 патронов на одну кисточку. А что она дает? Она дала не так-то и много, как хотелось бы. А вот, нет. Мне тоже нужна больших количеств. Так, ты умри. Ого, не крепкие. Это может быть проблемой. Так, готов. Ну все, у меня уже пошла охота в полный рост. На тебе по чайнику, где по чайнику. Надо мясо собрать. Ну, мясо с них хорошо, кожи, конечно, с них мало. Куда ты побежал? Где кожа, я сейчас вообще не добываю, что нет, они могут не увидеть. И прыгаю с ним. Так, надо кого-нибудь загрохнуть. Да и на скриншотике хочу. Значит, хоть мясо насобираю. Так, и давайте посмотрим, как вообще прокачка идет. Скин. 80. Нифига себе, это 17 до 84. Слушайте, я сейчас только неплохо прокачаюсь. Самое прикольное, что вот слышите, звуки починили. Раньше вот, когда собирал винтовку я сам себе или пистолет, не было вообще никаких звуков. Наверное, каждый это помнит. Сейчас смотрите, звуки есть. Наверное, поэтому и почистили большинство. Ой, птички, птички. А, и блин, их мясо так как кожи-то нифига нет, я уже мочился. Мне интересно, мне как называть винтовку. Сейчас день скринсет сделаю какой-нибудь приятненький. Да, кстати, надо босса найти и босса попробовать завалить. Надо что-то он мне раньше сам отоварит, ну да ладно. Так. Мясо во сколько? Что-то я вообще мясо как-то не обратил. Мясо тоже прилично. Не, нормально с них мясо падает. Да, ребят, мне нужно мясо, мне нужно делать патроны. А патроны, как ни странно, приходится с помощью животного жира делать. Если я смогу земли копнуть этого сульфура... Чё? Хедлеза? Вы серьезно? С них еще и ботинки выпадают. Это было бутый. Ладно, проехали. Так, кого бы мне на скриншоте взять перед смертью? Не можете ко мне лицом повернуться, а вы там что делаете здесь будем? Конечно, извините, я вам, наверное, мешаю. Но я скриншотик сделаю, скриншотик я сделаю. Опа! Лайтшот сохранен. Эй, а почему нет выбора? Это мое. Но я не помню юмора, почему он... Просто сделаю скриншотом. Принтскрин. Нет, нормально все. А у меня же интернет не работает, понятно все. Теперь, ребят, я буду выкладывать с опозданием, у меня интернет плохо работает. К сожалению, если серию выложить так вот, буду нище сразу не смогу поговорить. О, как хорошо стоишь. Вот так вот стой. Молодец, няшечка какая. Вот она началась, да? Все. Роняем. Ну и порядок. Сейчас тогда. Фигово она как-то без интернета работает. Эй, а куда вся животина пропала? Если постоял, сделал скриншотик, и животинка вся пропала. Иди сюда.
Нет, им по солнечным не стрелять, по балде получше будет. Я думаю, где-то они меня быстро, если вдвоем нападут. Ой, там еще и третий. Ого, аж пули от него отскакивают. Ну, смотрите, я его фризю. Теперь автоматом я его фризю. Хорошо, хорошо. Так, а что с них выпадает? Пам-пам-пам. Ну, кости, может, пойдут, кстати, на торговлю. Я помню, тут хотели сделать торгу. Ох ты, у меня залпа вынес. Прикиньте. Куда иди? Я в полном сете, ребят, брони. Меня залпа выносит. Это хорошо. Так. Надо пособирать также растений. Я что-то помню, хотел тут построить, и мне на что-то растяжек не хватало, они растут, насколько я помню. Вот это хорошо. По кисточку вижу. Кись-кись-кись-кись-кись-кись-кись. Ой, смотрите, как она там развалилась-то, да? Ко мне. Я вас долго ждать буду? Я перезарядусь. Ага, страшно. Мне тоже страшно. Сейчас я только тут пособираю, что можно. Куда они делись? Все стоит. Но. Умерла. Нет. Так, с них кожи, конечно, мало падает, кожи не надо побольше собирать. Что ты там бегаешь? Вы же по стенам умеете бегать, я знаю. Если что, на меня животные сами. Нет, хотя я тебе нападаю. Мне нужно отомстить. Чувак, ты очень странный. Ты перезаряжаешься, если честно. Это странно. Каких-то даже получше. Готово. Готово, пистуля. Так, ну, мясо, конечно, мало, но я не могу. Кожа мне нужна. Надо кровати построить. Будет все хорошо. Я помню, там какие-то боссы были, с которых кожа сыпалась довольно-таки много. Можно, конечно, поставить этот Big Monster Beacon маяк. Но я боюсь, после этого маяка там что-нибудь придется покруче. Ты такая борзая, а? Ты смотришь на меня, на эти злобы. Странно, они атакуют, если честно. Сейчас чувствую прокачаюсь, просто по зверскому. Господи, да вас тут чё? Издеваетесь надо мной? Тут у меня там скиллов есть. Видите, они атакуют меня, атакуют. О, окружают. Кисло так меня долго. Ой, ты еще перезаряжаешься плохо, да? А так-то у них идет не кисло. И так-то просто их одолеть. Ой-ой-ой. Не подумал. Оп-оп-оп. Избиение животин. Надо попробовать кости будут попродавать. Может, что и конкретно вылетит. Так.
обойма в этого, одна обойма в этого. Да, они походу как-то мощнее один другого. Довольно-таки интересно становится. Ну да, вот у них может быть больно. Я не люблю, ребята, боль. Мир, дружба и покой, да? Сейчас я отбегу и вас прибью. Ребят, давайте жить дружно, да? Я просто вас убью, кожу заберу, ну либо дайте мне сами мясо. Я просто поляшки отрежу, и буду тут доволен. Не хотите, да? Ну как хотите. Я буду не так просто их убить. Я не пойму, они что, регенится что ли сейчас добавил? Походу они регенерируют еще и здоровье добавил. По всему прочему. Питеры. Питеры. Перекосили. Или... А, так разброс, ну нифига себе. Эй, друг. Разброс автоматика, конечно, намахает. Зато какая скорость стрельбы. Надо сейчас построить кровать и думать, что они сейчас делают. Вот это уже мне нравится, ребят. Вот это уже бегаете так, развлекуха пошла. Пока в зеленом геоме так. Мне в какую найти надоедливую фейку, которые меня тут доставали. Вот где они сейчас? Да? Хотя эти местные друзья довольны. Куда собрался? Все, патроны кончились. Ну ёшкин-то это. Серьезно? Я стрелял 100 патронов. Ух, 431 скиллпоинт. Нифига себе прокачка. Так, ладно, репликатор. Мне патроны нужны. Улет. Так, уголь максимальный. 32 всего, да? Ну, это ни о чем на самом деле. Давайте, сколько по максимуму я могу? О, и это слишком будет много. Так, давайте что тогда? Этого вполне хватит. Так, по максимуму этого будем делать. По максимуму угля сначала. Потом пороха. А теперь максималка потрошек. Не так и много патронов, кстати, выходит. Блин, нить опять надо будет копать. Ладно. Переживу как-нибудь, как сказать. Так. И зарядочка, кстати, еще лук не пробовал. Надо было попробовать. Ну, тут такая здоровая бандура. Как он стоит? Робин Гуд, блин. Ай, ладно. F5. Ужасный вид. Честно говоря, здесь вид ужасный, твой опять. Ой. Может, с автоматом хоть поприкольней будет. F5. С автоматом, конечно, тоже не шибко-то и хорошо. Знаете, ребят, вы, конечно, извините, но там так текстуры трясутся, это просто жесть, это невыносимо. А я сделаю проще, я просто сейчас для персонажа, чтобы не пугать вас его физиономией, а просто сделаю вот так вот. Где шлем-то, блин? Так, куда я шлем делал? Вот он. Все. Ну, красивая физиономия, которую не видно.
Да, вид от первого лица, и надо еще дорабатывать, блин, до купения. Обидно, если честно. Потому что так текстурки, ребят, трясутся, ну, вы видели, это жесть просто. Просто реальная жесть. Так, давай куда-нибудь, малыш. Правильно, правильно. Ой, ёлки, ребята, шо-то их там дофига. Не, ребят, я там не буду. Что мне сейчас прилетит? Да, прилетело. Прилетело мне в лобешник. И так и надо мне. Они меня убили, успокоились. Забавно. Это ваш, я успокоился. Слышал, я только начал. Все, а, так получается, тут крит может проходить, да? Угу, любопытно. А, так им в голову лучше не стрелять. Блин. Узнал бы крик, уже был Сочи. Эй, иди сюда. Все, больше ничего нету. Больше ничего нету. Так, мясные мои друзьятушки, друзьятушки, не убегаем, не убегаем. Сейчас, погодите, я подойду к вам. Мясные мои. К сожалению, кожи я вот надо посмотреть, сейчас насобирал, мне нужно две кровати, это не будет. Мясо я уже насобирал из киллпоинтов, тут мама ай. Кожа, мясо, ну да, понятно, у них так толком-то и ничего не валит. Это что за фигня такая? А, слышь, что есть? А, это что, первые динозаврики, что? А, ну да, вот эти первые чудики-юдики, на которых я помню, с топором еще бегал охотиться. Они вообще беспонтовые. Так, закуска. Дай бог, под закуску, конечно, подойдет. Так, ладно, давайте посмотрим по скиллам, что у нас там. Ну, поинты 544. Ну, я вам скажу, нормально, что можно качнуть. Processive майнинг. Тяги тюферы. Давайте вкачаю уж тут все скиллы. Мне еще копать придется, к сожалению. Так, лимбер скиллы, это у нас что? Увеличенный дамаг. Скилл. О, больше ресурсов это надо. 2% ресурсов. Так, ну ладно, очки из киллпоинтов потратили, чуть бы быстрее. Патроны еще есть, постреляем. Главное, что я... И вы качаете сразу, говорю, на майнинг, потому что игра состоит из майнинга. По сути. То есть без майнинга здесь вообще ничего не сделаешь. Так, куда еще пойдем? Так, мне нужно посмотреть, я чего останавливался, там скиллы посмотреть, а посмотреть, могу ли я сделать две кровати. Так, где эти у нас кровати? Кровати для колонистов мне нужно несколько где-то по 24, чтобы распределить всех, как говорится, куда надо. 3-4 смогу построить? Нет. Это три кровати. Так, надо еще кожу добыть, сделать 4 кровати. Про запас, чтобы было. А,
Так, сделаем 4 кровати, еще кожу надо надыбать, чтобы... А, точно, кожу там еще на пару. О, кабанята, видит, ребята. Помните на меня бычили? Да, помню. Там летающие есть. Не, нивы, конечно, редкие животные бывают, они уже слетают. Я тоже так хочу. Так, ты умри. Ты умри. Много чего у них тут есть. Мясо, мясо, мясо и animal fat. Ну, мясо прилично, конечно. Да, воу-воу. А вы что на меня напали? Я вам тут что сделаю сейчас. Серьезно какая. Чего они не напали вообще? Забавно даже. Может, я случайно по ним попал? О, как его отшвырнуло, бедный уж. Не, голова у них бронирована, тут бесполезную голову, надо им от хвоста туда. Ну хотя под хвоста тут тоже смысла не очень много. Да, резко, кстати, строение больших колец. Ну, какашечки. Так, кстати, еще надо гнезда пособирать. Опа. И анимацию, конечно, сделали и разработчики игры. Нет. Не убегай далеко. Если вы познакомитесь, хочу поближе. Работаем, да? Ну да, мясо мы собирать не сможем. Ну-ка, умирай давай. Вот и уставил. Вот так вот, отлетаем от меня и не парим мне голову. Птички, птички. Неохота мне с птичками связываться. Смутное сомнение, а вон, как раз моя кожа бегает. Я винтовка что скоро в негодность придет, а это довольно-таки печалька. Это печалька. Эй, красавцы! Ага, заметили, молодцы. Вау, и они как умеют. Кожа, 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 мне нужна кожа. Мясо. Мясо, я уже нашел, что его пособирать. Кожу только с вас, походу, здесь можно дербанить. Оп, кожа. Ну, по 3 кожи, кто у него там сразу бьет. Партизаны какие. Так, и умри. Или умри, а не меня бить. Меня бить нельзя, я хороший. Вот у нас еще спин. Сундучки бывают тоже появляются, там всякие разные мини-шмоточки. Мне нужно батарейку поменять, потому я в джетпаке уже летать не могу. Так, где мне целые тут батарейки? О, все готово. Так, а давайте лук протестим. Фигли уж. Фигли уж, мигли уж. Да.
Я лучше промолчу про этот лук. Нет, ДПС это так неплохо, кстати. Правда, такой здоровый, что это... Ну, как говорится, дешево и сердито. Нужно было бы алмазный лук сделать. Это было поприкольнее, конечно. Надо посмотреть будет потом по воркшопу, может какой-нибудь алмазный лук можно сделать. Алмазы сейчас производятся, как говорится, вручную. Так. Что еще за нафиг был такой? О, так это мушки возле какашечки летают. Что какашки? Меня, наверное, увидели, я шлем снял, вот, пожалуйста, какашки. Так, а еще есть? Эту серию можно назвать охота... Не, хотя охота за дерьмом еще будет. И серия. Потому что его, конечно, здесь не сыграю сейчас, но он ему надо, насколько я помню, ай балдеть из себя. Так, по кошечке. Кися, 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 кися. Так, перезаряжаемся. Убиваем. Перезаряжаемся. Убиваем. Перезарядка. Где-то еще одна там бегала. Чую, где-то есть. Моя чуйка мне подсказывает. Мне сейчас задницу что-то ставят со спины. Нет, ничего не ставили, порядок. Жить будем. Так. Я говорю, сюда иди. Ну ладно, стой, сам подойди. Так, кожу надо еще где-то единицы. Как раз до вечера побегаю. Строю вам такую серию развлекаловку. Так, топор-то я могу сейчас использовать? Да, могу. Так, это тут фигня. Ой, сколько тут птичек. Ой, сколько няшечек. У меня автомата такой хватит. Вот это забавный вопрос. Который меня немножко начинает волновать. Кися. Еще одна кися. Куда убегаешь? Куда убегаешь? Мне спиной не поворачиваться. Ой, честно. Я с автоматом, а ты стоишь на месте и не можешь ничего сделать. И как говорится, здесь хотя бы богом теперь нельзя быть. Так как раньше, помню, бегаешь, на все пофигу, всех крошишь, всех ломаешь. Сейчас я смотрю, тебе могут по рогам тоже накостылять. Парень, ты не кухни слишком сильно, знаете, разочек. Жалко вот эти. О, два. Вот это источник резины. Так, давайте проверим энергетический топорик, раз я его уже умею. Покачал скилл на него. Ну, вы его не проверить. О, господи. Вот это да. Я себе топорик, блин. Жесткий топорик такой. Есть еще энергетический меч, говоря. А, и это не какой-то энергетический кинжал. Ладно. Ну и куда вы побежали? Ко мне! О, блин. Меч. Energy Flow. А, я не умею. Точно, я же не то качал. Три напополам. Забывай.
стрелы немного напрягают, бывает. Какой-нибудь не выучили. Все. Так, все, кишенька померла. Так, еще кишенька сейчас помрет. Что-то они друг друга закрывают. Понятно идут. Ребят, перезаряжайся, перезаряжайся. Друган, перезаряжайся, тебе говорю. О, вот теперь беда. Беда бедовая, беда бедовая. Автомат у меня сломался. Берем лук. Будем Робин Гадом. Я Робин Гад, я Робин Гад. Собьем их луком, так сказать. Да, луком здесь жесть их добивать. Фигана скуч. Ты убежала. Ага. Кабанята, я смотрю, другую кишку завалили. Молодцы, ребята. Валю. Так, Animal Fatal, сколько там? А, так ты убежать не смогла, да? И потянет. Ой-ой-ой. Так, знаете, мне пора бы домой уже. Схватываться тихо, медленно, шурша. А мы сейчас сделаем по-хитрому. Где моя колония? Так. Ага. Делок, я самый умный, да? Просто взял, смотал. Ну вот как-то так, ребята. Сегодня была серия охоты и добычи кожи. Я продолжу строительство. Это занятие не очень такое шибко интересное. Видите, если будете играть в эту игру, настроитесь сами. Собственно, как строить, я вам потом немножко покажу, наверное. Ой, блин. И у меня тут здрасте, блин, приехал. Ну не удивляюсь. Это их мясо бабить этих птиц, вообще полный абзац просто. Всего не пару кусочков. Ну ты, ё-моё. Ну, чтобы что-нибудь вкуснее дать. Скиллы у меня теперь сколько? 340, вот. О, хорошо, слушайте, это стреляется, как бы я вам скажу, ребят. Мне это очень нравится. Полный дамаж. Макс 5. Survival. Комбат. Неплохо, ребят, неплохо. Так, Макс World. Меч. А это у нас что? Это у нас Range Weapon Skill. Ну, возьмем, пожалуй. Толку-то мне от него, если честно, никакого, по сути. А вот от этих толк есть. Это у нас добавляет Angry Comfort. Это что добавит? Range Attack плюс 15%. Range Attack плюс 11%. Ну ладно, ребят, я тут буду заниматься стройкой. Я, наверное, сейчас посмотрю. Тоже сниму на камеру немножко строительство, так полчасика. Оно, не знаю, посмотрю, понравится вам или нет, по вашим лайкам покажу. Потому что, ну, не знаю, короче, сниму, посмотрю. Будет вам нравиться, буду снимать. Не будет, не буду снимать. Ладно, ребята, не забываем, кому понравилось, ставить лайки, подписываться на канал. С вами был Черный Металл в игре Planet Explorer. Сегодня мы устраивали зверскую охоту. За кожей, правда, но мясо тоже насобирали, дай боже, не гоже. Ладно, ребят, всем удачи, всем пока.